Всем бодрого времени суток, меня зовут Шура, азиатского контента любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Сегодня мы с вами будем знакомиться с новой группой агентства IST Entertainment. На две группы из этого агентства я уже реагировала, на Victon и на The Boys. Дубуйджи. Новая группа мальчуковая из 7 мемберов называется ATBO, которая была сформирована в результате шоу на выживание The Origin AB or What, которое называется. Это, собственно, вся информация о ребятишках, которая у меня имеется. Так что давайте просто начнем смотреть. Мини-альбом они выпустили, который называется The Beginning и что-то там китайскими иероглифами, что переводится как «цветение». А мы посмотрим на заглавку под названием Monochrome в скобочках Color. Так что давайте смотреть. Хана. Тьфу. И едем. Ого. Monochrome. Так, вот это, по-моему, лидер. Его зовут Джунсок, который принимает участие в написании треков. Дерзко. Ой, вот это классный момент. Есть мысля, я ее потом скажу. Так, а вот это вот не Хён Джун ли? Второй ребятенок, который участвует в написании треков. Смотреть. Камера вертится и вертится. Ой, классно. Тун-дун. Духовые. О, класс. Вот это классно. Мысля про прихорус, который я потом вам скажу. Не забыть бы. Приятный бриджик. Такой волшебненький. Хорош разгон. Хорошо там верхние нотки тянут. Блин, вот эти вот духовые на фоне такие какие-то шпионские.
Даже хоряга местами подтверждает мои мысли. Короче, а в чем у меня там мысли-то были? Сейчас с вами буду делиться. Ну, в целом, для дебюта хорошо. Я не скажу, что это прям взорвало мой мозг, но на уровне хорошо точно, как минимум. А я, когда сегодня слушала этот альбом, остальные треки, бисайдики, не то чтобы я прям специально вслушивалась, чтобы услышать то, что у меня в голове было, то есть это как бы младшие The Boys, и, ну, были мысли, ну, как бы, когда я начинала слушать этот альбом, думала, насколько они, у них есть свое какое-то звучание, вот этих ребятишек. Я это шоу не смотрела, поэтому это, в принципе, мое первое знакомство с ребятами прям натурально. Вот. И я как бы начала когда слушать, было интересно, насколько вот будет отличительно от The Boys. И слушая, я наткнулась на мысль о том, что это больше не по-зебойзовски звучит, а по-NCT-шному вообще. Вот, я полезла ковырять кредиты, кто в треках принимал участие, и вот в двух треках, Graffiti и High Five, пара-тройка гражданинов присутствует, которые реально очень много из NCT-шных треков написали. И NCT Dream'ом, и 127-му юниту, вот. То есть реально есть вот прям, вот, ну, в принципе, The Boys тоже частенько на припевах поют хором. Короче, это больше по NCT-шному звучит. И в этом треке тоже, хотя в этом треке там какой-то No Name в кредитах, который вот только по... В общем, по дискографии, по кредитам вообще в целом, это единственная работа, то есть первая работа музыкальная, вот, которая зарегистрирована на имя этого человека. Короче, ладно, я тут какие-то дебри пошла, вот. Но даже этот трек звучит по NCT-шному. Вот я про Прихорус когда сказала, он прям натурально по NCT-шному звучит, потому что они очень любят, как... Такой агрессивный припев, агрессивные куплеты и очень лайтовые, такие мелодичные, такие мягенькие, сладенькие прихорусы делать. Где такой лайтовый инструментал, какой-нибудь сладенький голосочек. Вот. Очень любят они это делать. И здесь это опять прослеживается. Хотя вроде это не SM Entertainment, как бы. Вот. То есть либо ребята реально вдохновляются группой NCT, и, в принципе, работами SM Entertainment и группами SM Entertainment. Кстати, по-моему, там двое из ребят были трени в SM. Вот. И элементы хоряги тоже мне NCT чем-то местами напомнило. Короче, вроде... Но, как бы, при всем при том, что это, похоже, звучит на существующие группы, неплохо. Парнишки только вылезли. Как бы опыта еще нету, естественно, какое-то время будут какие-то вот такие вот флеры, которые будет очевидно, что вдохновлялись другими артистами, вот. Да и в принципе все артисты вдохновляются другими артистами зачастую, но как бы кто-то умеет вдохновляться, оставляя при этом свое звучание какое-то уникальное, да, у парней еще этого уникального звучания нет, но будем посмотреть, возможно, скоро мы чего-нибудь такое эдакое увидим, что будет присуще только им исключительно. Короче, ребятки хорошие, нормальные. Еще раз скажу, что вау-эффекта не случилось, но как бы... Лайк поставлен. Будем посмотреть, что будут делать дальше. То есть в список групп, за которыми я буду следить, они попали точно. Вот насколько мне это понравилось, чтобы прям изучить их подробнее и посмотреть шоу, пока под сомнением. Скорее всего, и не доберусь я пока до них. Может быть, в дальнейшем они чего-нибудь такое эдакое сделают. Я такая, тогда надо посмотреть, надо прям вот изучить. И надо с ними познакомиться поближе прям, потому что ой-ой-ой. Ну, не сейчас.
Короче, ладно, все, я тут заболталась опять про лишнее ненужное. На этом, пожалуй, все. Пишите в комментариях, как вам группа, как вам дебют. Смотрели шоу, не смотрели, какие треки понравились. Услышали вы чего-нибудь из эмовского в этом действии. И пишите, в принципе, все, что хотите. И всем пока-пока. Вот.